Артистке было 83 года. Стало известно о смерти Светланы Алексеевой. Сообщается, что трагедия произошла 13 апреля. Причины смерти звезды фильма «Следствие ведут знатоки» неизвестны. Также нет никакой информации пока относительно того, когда и где похоронят Светлану Владимировну. Алексеева родилась 24 февраля 1938 года. Актриса успешно окончила ГИТИС, после чего начала работать в театре имени Гоголя. В список спектаклей с ее участием входят «Доходное место», «Последний уикенд», «Свадьба на всю Европу» и многие другие постановки. В кино Светлана Владимировна дебютировала в 1962 году. Она исполнила роль Машеньки в картине «Здравствуйте, дети». Всего в фильмографию артистки входят 12 работ. Самые известные из них – «Следствие ведут знатоки», «Мелочи жизни», «Под знаком Красного Креста», «Территория», «Записки», «Экспедитора», «Тайные канцелярии» и другие. Светлая вечная память! Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.